Привет, ребятки, опять карта Иран. Короче, зашли на карту 5-0, 11 минут остается. Сразу Зиду гасим с ДД. Так, вижу лицо, сбиваю, отъезжаю. Ну, пока откадышится. У них 4 или, не знаю, 3-4 магнума. Короче, у них одни магнумы. Еду через центр, потому что респаунулся там магнум. И тяну флажок. Ребята, вот да, вот с этого края лучше выезжать, когда с флажком. Там больше шансов, что мин не будет. Короче, угадал я. Лучше прижаться к углу. Здесь первая доставка. Блин, пока загрузился. Еще флажок увидел. Гром грамотно очень играет. Сбил мне рельсо. Второй раз я не попал. У меня залипание клавиатуры. Вот. Короче, я и не попадаю. У меня 3 клавиши работают, 4-я неактивная, когда играю. Надо клавиатуру поменять, у меня, ребят, так и играю залипанием. На обоих так особо не влияет залипание клавиатуры. Когда играю фризом, твином, у меня начинается залипание клавиатуры. Вижу арту, выношу. Вижу респизиды, поднимаю камеру, ребят. Играйте камерой обязательно, контролируйте карту. Отъехал, ребята, ничего мне. Вот визитка, я думал, скинет, я боковым, то есть повернусь и возьму. Визитка тупо проезжает. Это есть нехорошо. Если бы я в упор поехал на него, не факт, что визитка мне скинула бы, так что я решил пропустить ее, и она как-то ушла. Резь по броня и сразу с центра захожу, ранг-карта небольшая, так что... Все, ребят, не дуэлюсь, отъезжаю. Смысла нету с визитой дуэлиться. Лучше... То есть отъезжать. Вот поймал минку, и арта меня гасит. Все, с респа сразу меняем резист. Изида арта, рикошет. У кого нету, ребята, в данный момент очень-очень хороший резист. Потому что одни арты и изиды. Жду момента, чтобы выдать сквозную, ребят. Если играете на рельсе, лучше дать паузу какую-то. Вот опять жду. То есть чуть-чуть паузу дать и поймать, то есть на одной линии два корпуса и потом выстрелить. Это у вас, то есть полезность в команде будет как за двух рельс. Еще один флажок ставлю. Даю овердрайв. Сейчас подождал чуть-чуть, ребята. Изиди даю сейчас. Нет, не сейчас даю, вообще. Вижу вторую изидку. Сейчас даю овердрайв. Так как изида у нас получается как тефер. Вынес арту. Возим с центра. У нас много в центре, в принципе. Можно отпустить, чтобы он увез флаг. Все равно контролирую. Увозы, ребят, всегда контролируйте увозы. И если играете без звука, смотрите наверху надписи. Обязательно, это обязательно просто. То есть взяли, вернули, доставили. Все это надо контролировать. Опять гром сбивает, хорошо играет у них громы. Все, я тут в тупик попал. Но рельсет... В принципе, тоже пока возможно играть. Резистов очень много, но все равно рельса может. Вижу, там овер хотят раздать, ребят. Я тоже поучаствовал в этом. Жду паузу. Паузу, выстрел под сквозную, ребят. Опять заезжаю. Все, у меня откадышилось рельса, но я жду. Опять пауза, опять сквозная. Вижу ВОЗ. Вот тут корпусом пытался удержать. Он как-то ускользнул. И корпусом толкаю визитку, то есть сбиваю направление. Торможу. Вертушка прошла. Вижу, твина нету резиста, ребят. Даже не еду на него. Еду на наш возврат. Наш тоже брали флаг. Есть возврат. Вижу изитку. Объезжаем. Не видели. Опять увозим. Все, ребят, прячусь, жду. Жду довоза. Так, опять сквозную. Есть сквозная. Опять выжидаю. Так, помогаю визитке нашей. Поздно, но помог. Ребят, видите, вот твин стреляет. Обычно неправильно с этой стороны заезжать, то есть и толкать. Но так как ему надо долго толкать, то есть больше корпуса, у него там он бы целый день толкал. Я пытаюсь с этой стороны. И он должен был как, ну как бы отъехать по-любому, чтобы я взял. Потому что шансов у меня много, он был больше половины. Пытаюсь на возврате помочь. Больше половины корпуса на его стороне. Так, отстреливаюсь от арты. Есть еще один овердрайв, ребята, просто КД раздают оверы. Так, играю дефером пока.
Так как его нету дефера вообще у нас. Отстреливаюсь, вижу арту. И все, дефлю, ребят, нету дефера. Минок много на базе, а дефера нету. Так, отъезжаю. Время выстрела его уходит. Шустрый артовод какой-то он прямо замансил. Молодец. Так, респ, ДДшку. Все, в наши вернули. Уносим диктатора. Так, респ гасим. И заодно, то есть, внимательно смотрим надпись, если без звука. Ну, лучше всего играть со звуком. Увидел респ, и знаю сейчас, что он за ДДшкой поедет. И зажигаю в лесу. Вынесли его. Едем на подхват. Взял флаг. Раздаю овер. Молодец, изитка. Понимающая. Так, нашу возят, даю рельсу свою. И внимательно, ребят, какой прострел. Просто, не знаю, офигенный прострел. Смотрите, флагоносца убиваю. Сейчас повтор еще один. Вот флаг наш увез, и такой прострел, просто пиксель. И убил флагоносца. И тут начинается кошки-мышки, ребят, смотрите. Визитка за мной гоняется. И я увожу флаг. Максимум, ребят, отвечайте. И ждите респ. То есть я у нас на респе. Я замансил и жду респа нашего игрока, который отреспится, я дам флаг. В это время максимум тяну время. Изитка шустрая, смотрите, с той стороны заезжает. Вот как видите, респ. Замансил я флаг этот. И возврат, и доставка. Счет уже в нашу пользу ведем. Думал, шафт их. Шафт оказался наш шафт. Центризитка, выносим ее. Минку. Есть минка. Вот камера увидела, что слева арта заходит. Зажигаю заранее. Сбил ему выстрел. И держу его, пока наши поставят. Такой иранчик, ребята. Всем спасибо за лайки, за комментарии, ребят. Удачи вам. Пока.